Орели. Приставав лапу. Давай, приставав, даю. Лапу дайте. Лапу дали? Вроде дали лапу. Все? Так, иди пей стол. Вот сейчас у тебя вкачано ободрение, Шанан. Не знаю, что поменялось. Я спек поменял. Поменяй что-то тоже в своей тактике, пожалуйста. Через 30 секунд СС будет кому лишь. Че? СС на хата, я вешаю. Ну, кого хотят? Скажи же, на кого вешать, ступать, я попробую. Давайте звездочку отошли. Или рядом с ней слева, а справа, чтобы лужи кидались на вас. Все, играйте все в зеленого слизня сейчас. Давайте, все в зеленого слизня. Бежались в череп. Ягер, почему ты там стоял? ТГП. ТГП. Есть БР? Да. Максонда есть. Максон, поднимай Талалашу. Катай, поднимай Элисандру. На ком зеленая добавка к столу отошли. Вы поднимете людей или вам ГП давать? А далеко, я сейчас подойду, сейчас, подниму. Сейчас, да поебать, что далеко, ты эрдру. Вы же должен был дать БР. Бежали с цели зеленого. Отбежали. Красный сейчас ускорится. Красного 300 тысяч. Смена цели красного. По югим на отхил. БР до сих пор нет. Это пиздец. Я отдал. Где ты дал? Я не вижу, что ты давал. Вы сейчас ПД скинуть. Он сдох снова. Нажимай. Нажимай глыбу. Не просили, бля. Да бля, опять упали, падаем. Пизду. Куклу диспельте. Диспельте. Боже мой, умоляю. Олег, бери меня, я точно захилю. Рома, диван давай. Да тут диван давай. Как? Тут не то, что, блядь, в хиле проблема, тут много таких моментов. Ну, ДПС 4 с половиной луком, например, тоже момент такой неплохой. Ну, вот сейчас уйдет он с пятки по ДПС, уходит на хила, ну, еще хуже будет. Не за что ГП, Олег, я же сказал. ГПР не было. Я скинул ГПР, блядь, я тебе могу КД даже показать. Я и кинул, он тут же сдохло мгновенно. А у меня, кстати, не отражается. Да, самая херня яйца дал. Вот пускай даже Александр скажет. Катай поднял Элисандру после трех раз, когда сказали поднимать. Но там реально было не вовремя, он стоял в зеленом слизне. Он поднял ее, она сказала, встаю за хильки, я попросил ее глыбу нажать. Она не нажала и умерла сразу же. Но не сразу же, секунды две она успела прожить. Даже не две, она встала и тут же сдохла. А на мне был зеленый дуб. Там было время хильнуть, короче. Ягер, поставь тотем на силу природы. Становись слева от всего рейда, а сзади звездочки. Я не кидал тебе 500 ГП в следующий раз. Так отними мне ГП, что ли? Ты заебал уже, хилит как дно. То есть поменять одного хила и пару ДД нормально взять, все поменяется сразу. Да, вот Каноба по-любому в рейд надо. Поставьте джипсы, если можно. На мне просто был зеленый дебаф. Бля, если бы я убежал бы, она мне повесился бы слизень. Что бы тогда был? Я бы сдох. До меня бы даже не добежали. Прикольно. Кто может еще фласку дать? Джипсы, если можно. Так у отца холипал есть, если чё. Понимаете, что вот отец второй по дамагу, но нам тут нельзя
ДПС уменьшает, то и так у пацанов, блядь, лок, 4,3к ДПС. Ебать. Да. Мне кажется, надо взять канобу, канобу надо взять. Чилы, я же вам говорил, не сбегаться с зеленого. Зачем стоять возле него, когда он подбегает и вас откидывает? Вы можете захилить рейд себя, а потом я кидаю ГП все. Да лаша, вон 5,7, бедненькая, ни одной в чарке нету. Две чарки нашел за новый шмот. Это джип есть у кого? Олег, у тебя прокачанная инженерка на шамане. Я поставлю. Давай. Ой, прикольно, я накинул 270 хата и отнял 300. Это мне сначала 30 накинул, потом 270, и вот сейчас отнял 300. Этот самый, слышите? Может кто-то этот самый дать инвайт в гильдию? Олег. Ладно, давайте последний шанс для вас. Я задумал хило. Вместо кого-нибудь из хата или с ягера и из талаш. Я тут при чем? Я в топе стою, а меня надо менять. Ну, ты, да блин, нет, не в топе. В топе это когда у тебя клик ТПС. У тебя есть сейчас ДЦ? Ты спекнешь лучше ДЦ? Ты не ладно, слышишь, что не хватает ДПС? Да нахуй это ДПС, люди умирать. Да лучше пусть хилы жопу порву, чем ДПС убирать. Ну ладно. Ну, чувак в ледяной короне. Ховар в ледяной короне. Лалана стоит в целка. Рома, бери меня, блядь. Я... Дайте баку по рыбу. Джейми, давай я зарешаю. Давай. Рыбу кушайте. Это и кинь мне инвайт в гильдию, пожалуйста. Нету, прав. Ереневал, кинь мне инвайт на паладина в гильдию. Ну вот, и смотри, где ты первый поток? Почему у тебя не 4 ляма, а не полтора сейчас? Это не топ. Ты сейчас нашел, что сравнивать, когда мы уже все попадали. Ну вот, когда будет 4 ляма против полтора, тогда ты топ. Так нет. Ты все. Блин, ягер хилит с тотемом бушующего моря. Ягер, сейчас поставь тотем и посмотрю, что ты там поставил. Поставь, пожалуйста. Да я про... его реликвии. На силу первого, да. Нормально. Ладно. Милгар готов. Все, иди пей столик. Короче, РТД, стоим звездочки, хилы за звездочка, когда зеленый слизень появляется. Если откинет милика, вы их и захилите спокойно. Цель зеленого, не сбегайтесь, пей столик. Можно там нормальный хил, спокойно захилим. Давай. Ну так что, бей, пьешь столик? Бля, я уже заколебался, я сейчас по мане так сяду. Я не вижу, где что протопало. Рома, ты здесь? Я здесь, что такое? Иди стол пей. Я чека не помню. Да был уже чек, уже все готовы. Переписывались в чатике с пацаном там, я выпил пультик. Ну, горит это вот таких вот людей, хилов. Жене на куклу умоляю. Ор, дебей, босс. Стопайте, стоп по профу. Шанан, ты можешь не кинуть омоложение? Кидаю. Огромное тебе зеленый спасибо. Вылазит, хилы, отошли от звездочки назад. Зеленого скрали, цель выбирает. Сбежались в цель зеленого. Захильте хилы, РТД на расстоянии, милики отбежали зеленого, сейчас выберет новую цель. Сбежались опять в череп. Переводим. Кинь еще одну, пожалуйста, Шанан, я, кажется, допустил ошибку. Так. Бьем красного, зеленый к столу. Лунос. Давайте, в Лунос сбегайтесь. В звездочку сбегайтесь. Все, играйте в зеленого. На ком красный добав, сбежали с цели зеленого, спою гимна от хила, потом отбегаем от зеленого. Отбежали от зеленого. Отбежали от зеленого в звездочку.
Нет, уход, короче, не могу красное перезамедлить, ползет быстро. Смена цели красная. Но тебе висят ход, и ты глянь, даже сейчас висит. Вот сейчас висит. Убейте зеленого. Пробуйте боб на... Ага. Ну, хватает. Маленький. Бежали пельмени, отбежали пельмени. Хатай, подымай Лисимаха. Лалана, подними Милгара. Подел меня. Данка, подымай Лисимаха. Красного играем. Отбежали пельмени. Данка, ты тут? А он, блядь. Вставай, Лисимах. Блядь. Максует, подымай Лисимаха. Да не поднимай, ты у него 4к ДПС, слышишь? Блять, он кинет проклятие. Без проклятия мы не убьем этих слизней, понимаешь? Подымай Лисимаха. Максует, тебе пока. Ты у нас два слизня, а не один. Я одним слизнем и двух замедлял, одним локом точнее. Максует, есть БР или нет? Когда я говорю. Отошли на максимальное расстояние от зеленого слизня в звездочку. Сейчас пойдут слизни, побежим вправо. Давайте, сбежали в цель зеленого сейчас. Пельмени. Есть у кого-то БР еще? Можно одним локом проклятие кидать на всех? Да, можно. Не, нельзя там КД. Да успевается там все. Секунда даже остается. Или... На минута КД на этот скилл. Ведь проснитесь. Не, не, она без КД. Давайте в красного собирайте. Пельмени отбежали. Пою гимн на ману, ставьте тотемы. Ягер, поставь тотем прилива маны. Так, от РД отбежали от зеленого. Сейчас пойдут пельмени, отбежим влево-вправо. Отбежали вправо, в звездочку становитесь. Давайте, в череп сбежались. Хилы не сбегаются, захиливайте. Давайте переводим профит 4%, надо перевести, не перейдем в байк. Поднимать Лисимаха. Пельмени отбежали. Давайте 2%, быстрее. Поднимать локоть, ты спросил. Поднимай локоть. Все верно, поднимай. Лисимаха, я не помню, на кого ты кидаешь уже. Кинь, на кого я говорил. На ком зеленый дебаф к звездочке отошли. Лисимах, ты встанешь? Он лежит, давай. Он встает. Рост, давайте. Кого откинет, отбегаем к звездочке. Он стоит в центре комнаты. Отбежали от зеленого. Давай гимна отхил хилика. Смена цели красного. Отбежали от красного. Отбежали от красного. На Угримара дайте боб, пожалуйста. Отец холодец, вся надежда на тебя. Пою гимна отхил. Молодец, я кинул боб. Спас рейд от 5-минутной жары. Сидим на ману, хатай, там помирает без маны. Хилика, красенка, давай сидим на ману. А, забирай. Жена, забери. Божественная защита. Бопы, плюсики есть у кого-то? Надо будет на БДК кинуть на Акма. Диван. Диван. Да, да, диван, дайте. Три стака, кидайте диван быстрее. На звездочку диван быстрее. Умрем сейчас. О, и Акма снимает дебаф, забирает. У меня 4 стака. А у меня 4 стака. Есть еще один диван, дайте на Джейми диван. Молодец, есть диван? Хилы не захилит сейчас такое количество. Отвлекающий, хан.
меня булили, я не даунтил ничего. Нахуя во второй дали на БТК? Бей Рома, от бабл прожимай нахуй, ревностный. Уклоняйся, уклоняйся. Хуярь его, пидора этого. Не. Олег, я охуел. Не тому диван дали, второй раз диван по БДК дали. Голодец захуярил. Дауны просто, просто дауны. Давайте, берите каноба, я зарешаю, любого заменю. Ты меня заменишь? Ха. Это да, не голодец. Да. Любого заменю. Надо было таким рейдом идти на Синдру кровь. Ой, кто умирал, плюсики в чат? Там Лок погибал, и только не помню, какой у него ник. Лисимах, по-моему. А зачем вам Лисимах? У него, блядь, у него ДПС 3К. Чё вы его поднимали вообще, не понимаю. Он типа демон. Да помню. Тут, блядь, сейчас конкретно Хант выстрелил бы отвлекающим, и всё. И было бы, блядь, песня-сказка. Сейчас, блядь, хилы начнут нормально хилить, и будет сказка. Что сейчас было? Почему босс на меня ушел? 5 стаков было, считаешь, или что? Что? Дымага по всему рейду. Потому что на БДК второй диван. Хилы бы захилили. Да. Че, канал, ты там заходишь? Чем зайти, говорите. Захожу любым. Че, Олег, это меня там заменят? Так, а кто ты? А, АДК, сюрприз. Заебись, пятый по домам. У меня просто уже время много, спать пора. Да, зайди, Олег, кем зайти, говори, я уже обрываюсь. Заходи на ШП. На ШП хорошо, секунда, а то я зашел на мага, я думал... Ну, ладно, всем пока. Давай. Тут быть мах нужен. Давайте вместо одного какого-то этих хилов из двух, из паладина или приста. Ну, я зайду по хилю, короче, кто-то потанчит. Да там просто Олегу в ДЦ. Ну. Да блять, Олег дамажит, нам нельзя ДПС, Еру. Надо. Да надо. Вот если Лисимак сейчас зайдет на хила там 6,9 КГС, короче, с одной хилки будет весь рейд поднимать. Охуенчик будет. А вот если. Это будет заходить первый там из 5 человек по домам, будет нахуенчик вообще. Давайте вот Алалаша, вот я там я видел мейн перс шаман. Давайте шамана 6.5 дам, чтобы ты хилила, и ты зайдешь, короче, мы убьем. Дай мне шамана. Я вообще без понятия, как так? По 12 тысяч... Просто прист... 5.8 и шаман 5, ой, и паладин 5.8. И как бы не то чтобы претензия к шаману и друиду, но любой нормальный хил их перехилит такой же. Я не знаю, как он хилит, но он хилит только обновлением, кругом, ну, сильно это прок, молитва восстановления, и все. Один... Ну, Красемки, ты зайдешь? Давай, пати. Красемги, может, у тебя ДД есть какой-то нормальный? Кажется, его нет в РК даже. Ну, могу холи пристом зайти захилить на фулсе. Могу зайти Эршамом, если надо. Ладно, это моя ошибка, надо было не брать таких хилов. Дайте Эршамом. Нет. Ну ты хоть чтоб... Чувак, дай да? Он посидит в кукле, я зайду на хила. И все. Нахуя ты ему ГП даешь, если он за Альянс играет? Кикни его из гильдии и все. Да не. Типу, не... Тип просто так отвалился, просто так. Ничего не сказав, нихуя не хилит, играет за Альянс. Да с чего ты взял, что вот он именно за Альянс играет? Так чего у ты... него написано в заметках Альянс. Блять, ну он с Альянса перешел. Че тебе, ну, че ты придумываешь заговор какой-то? Так он не перешел, это твинг. А, ну я не знаю, может быть тебе виднее. Я бы таких выводов поспешных не делал. Я же знаю. Вот Хатай пишет, что рейд тяжело хилить, короче. Ну понятно, не тяжело, не потому что полтора хила хилим. Не тяжело. Просто нормально хилить.
Там, помимо того, что хилить, там еще и ловят дохуя всего. Пельмени, лужи и так далее. Это, конечно, тяжело. Дайте, пожалуйста, фулбаф, ребята, топовому пацану, блядь. Или Симаха перса другого нет? Наверное, нет, да? Нет, а заменить меня хочешь? А гримар вот этот, может, есть какой-то? Есть какой-то чувак у нас, Ваня Эрпал Биз Спидстик. Вот его Эрпалом холодца в хило. Я в ПГЦ спекусь. ПГЦ больше... Сейчас красный слизень всех побивает. Да не, нихуя. Если вот Лисимаха и Агримара заменить хотя бы, тогда нихуя не поубивает. Просто пошли что-то сразу на профан. Такой сложный босс. Ну не сложный босс, но надо просто выполнять то, что вам говорят. Но они физически не смогут, они не даются по ДПС. Лисимах ниже Джейми по ДПС. Мне кажется, вот этот друид Хотай, он не очень с утешением хилить. Я вдру, короче, ну, просто нет слов. Ну да, с тремя друидами. Без табав, да? Конечно. Ну ладно, табав наша готов. И с катушкой коноп, ты еще катушку чекни. Наверное, вдруг катушка, блядь. И утешение, блядь. Бисовая смесь. Нету приста бафа. Часы лучше, они больше дух, там СПД больше будет в итоге. А дух еще и монорек, и СПД. И чарок нету. На ком? На Хатае. Проблема не в Хатае. Вот честное слово, вот честно вам отвечаем. Чарок нету, да, штаны, перчатки без чарок. Пояс, хули пали ворчами, хули присте у донных ДД, который умирает на лужах на пельмени. А те, которые не умирают, по 7к дают, тоже у них проблема, кстати. Давайте бафы по ханту и начнем уже. Наконец-то, блять, хан нормальный хотя бы. А кто, кого ты убрал? Милгор, это вар был, да? Ушел, Холи Прис. Олег, 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 покидай ПС, пожалуйста. Я на себя кидаю ПС. Керс, ПВП шмот. Носи. Так, он сменил шмот, и теперь столик все подтвердили готовность. Тоже вышли. Зачем крылья отдавать не на переход? О, ты, кстати, можешь на меня щиток вешать, а мне тоже рагу лесли. Ну, да, но он только когда кончается уже. Так, зеленый, стопайте по профу, блять, забыл сказать, 3% до переходки, давайте все в зеленого слизня. Отведи профа от слизня, отведи профа. Пизда, добрал ШП, блядь. Чё ты там делал, пиздец? Просто охуевший с тебя. Минус 3, заходите выше. Куклу диспель. Отлично. Ничего страшного, ребята, сейчас мы сосредоточимся и все получится. Насколько мы знаем, это босс второй. Так а в чем проблема была-то, блядь? Да нахуя ты так близко так и стоишь, Ваня? Да я близко стоял, я стоял на максимальном ренже, и вы ответнул, ты потянул профа, я еле доставал до профа, я стоял на максимальном ренже, на который я мог доставать до вас, блядь. Чего, не понял? Зеленый слизень полз в тебя, ты стоял близко.
Какой хуй близко? Слизню, я нахуя тебе проф, если надо слизня бить? Все. Да бля, я бил слизня, бля, посмотри урон. Давай, пожалуйста, в центре комнаты в этот момент. Вот сейчас на первой переходке нужно быть в центре комнаты. Так, я минуту бил сейчас. Сейчас вернусь. У Олега пукан уже подорвался. Олег, хочешь я по Эрелю на этом боссе и все? Пускай Рома Эрелит. Он сегодня хотел, блядь. У него жопа загорится сейчас. Ну, блин, знаешь. А ты отдохнешь нормально там по ДЦ. Я охуевший с тебя. Ваня, что красиво. Бэйм спрашивал у Ханта, знает ли он, что такое отвлекающий выстрел. Он мне, блядь, ни разу не ответил. Да что ты хочешь, это девочка. Зачем ты сейчас говоришь про какого-то Ханта с отвлекающим выстрелом? Если, у нас... а если бы он среагировал головой, то мы бы убили профа в прошлом трае. Головой тут реагирует только один человек. Да там не в Ханте же была проблема, там кинули диван на танка. И на меня из-за этого пятый стак повесился, и все, и вы все погибли. Ладно, давно такого не было. Давай. Ты поговоришь, а я спокойно покидаю щиты, и мы убьем. А на скольки процентах мне... переходка? 80. На 80 и на 35. У меня уже немного голова болит, если что. Я вчера был на свадьбе у друга, короче, у меня тоже голова болит. Слушай, я тоже на свадьбе у друга вчера был. Мне голова болела, когда я рейд забирал. Сейчас она уже немного болит. Могу поэрелить, короче, без вайпов с этого момента до плеча. Слышишь, Джейми, а как друга зовут? Антон. Я у другого. Ну это уже не, это не серьезно уже. Гильдия настолько уважает Войда, что резает его последний. Ну так и надо. Это я просто всем место уступил. Ты видел, сколько БРов у меня пришло, блядь? 4 реса, блядь. Лол. Дай мне ассиста. Пожалуйста. Друзья, обратите, пожалуйста, внимание на звезду. Вот когда мы на первой фазе первого слизня бьем, не прожимайте бурсты, крылья, копии, член себе не поднимайте. Просто вот ставьте в звездочку, бейте зеленого слизня. А потом бегите вот сюда, вот к столу, на переходку. И все, и больше ничего не надо делать. Ребята, когда вы увидите 85% у босса, просто завалите свои клавиатуры далеко и стойте. И все. Я все это в РК скажу, но только вы... как бы не делайте так, как я не скажу. Охуенный вывод. Друг Лисима. Ты прекрасный лоб. Я даже посмотрел на тебя, ты одетый. Почему у тебя 4К ДПС? Я не понимаю. Я тебе хочу намекнуть. А, вы поменялись спеками там. Ну, сейчас что-то изменится. А, у нас два Африка. У нас нету демона даже, а мы ресаем Лисимаха, ребята. Кто не знал, у нас нет демолока в рейде. Я могу демона пробить. У нас это, с ребра не было демолока, да? Не, он на ребре был с дровосеком. Я его чекал, на ребре он был с дровосеком демоном. Лисимах, если тебя не затруднит, спекнись, пожалуйста, обратно в демонолога. Ты был демоном раньше, а сейчас ты не демон. Может, на сурке так же было, да? Просто 996 для такого рейда маловато. Ну посмотри, чем он бил. Да там сок. Ожоги там, все прочее, есть, нет у него. Слушай, друзья, я с радостью. Четверг, 260 РДПС, и мы убили профа с первого трая. Сейчас там. Давайте, вот, смотрите, какой умный у нас есть да, Анко. Охотник кафетерий. Каферти. Поставь, пожалуйста, дух защиты от природы, пожалуйста. Пожалуйста, охотник Каферки. Дружище, отлично, шаман. Поставь тотем на 5% скорости. Видели, как идеально мы все теперь придумали? Давайте, чек на пул.
Кто на тильте сидит? Псих? Мелики, подходите, пожалуйста, ближе к боссу. Мелизона, друзья мои. Я пью куклу. Подходите, милики, акма, пуль. Давайте, бьем босса все. 85% стоп ДД. Омоложение. Ходите служить, друзья. Нахуя вы прожимаете крылья, колхозники ебаные? Марат колхозник. 86. Стоп ДД в профессора Мерзерстырзда. РДД зона в центр. Вон, смотрите, вас куча какая к сове, блядь, все. Нахуя ты Пета забрал, демон? Пета в бой, пошли, блядь. Все зеленого тварь бьем. Все в зеленого. Убежали, убежали от цели зеленого. Побежали в цель зеленого, друзьяшки. Все к столу, пожалуйста, к столу. К столу, кучней, кучней, бьем слизней по дебафам, фулл дд в слизней. Все в слизней, прожали, вот теперь крылышки. Кто не колхозник, крылышки жмет, копии прожимает. Варовские обилки, бля, сейчас ноут сядет. Зеленого, от зеленого подальше, подальше, друзьяшки. Ой, в цель зеленого, ебать, как не повезло-то сове. Красный смена, красный смена, красный боб, 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 блядь. Нажми, нажми что-нибудь, прыгни, прыгни. Отлично, отлично. Пизда нахуй, тебе умерли. Тихо, тихо. Джа Данка, подними Максоида, Максоид, холодца поднимай, пельмени смотрим. Вышли служ. Данка, Максоида, Максоид, холодца. Лалана, поднимай Максоида, Максоид, сразу ход из себя же, блядь. Красные от красного отошли. Поднимай его нахуй, захиливаем сову. Отлично. Все в красненького слизня. Максовик, поднимай холодца. Ебаш бабл сразу, а короче. А те красные, ну и потом поднимешь. Сейчас, сейчас, да. Пельмешки, пельмешки, друзьяшки, пельмешки. Ай, сова, пельмень. Поднимай, сколб, отошли, отходим, колбы. Колбы. РДД в центре становимся. Милики, становимся под зеленый краник. И спись, краник говорит. Все зеленого, свич сейчас, хуячим зеленого. Подними, пожалуйста, ретри паладина, отец холодец. Разбежались, бежим далеко, бежим, забили хуйца на него. Бежим далеко, хант какой-то сближается наоборот. Максоид, подними холодца. Сова Максоид, подними ретрика, отец я холодец. Мне не показывает его гриль. Тебе хуй показывает или не показывает, реса. Где он лежит? Под столом он лежит. Красного все играем, все в красного. Он лежит слева от стола, все, ебало, на стол поворачиваешься. Захильте его. Умоляю, захильте его. Отлично, бафы друиду и бафы паладину. Красный смена. А, нихуя, извините. Это сердце просто. Тебя в центр РДД. Милики под зеленый краник. Краник говорит пи-спи. Краник говорит пи-спи. Бьем зеленого. На скольки переходка? На 30 или на 35? 35. Бьем зеленого и в босса. Быстро зеленого и в босса. Быстрее в босса, прожались. Давайте. Блять, нихуя не понимаю. Давайте рост. Нормально. Рост. Да, да ты, блядь. Дурачок, рост. Все далеко под стол. Красные, зеленые под стол. Все дебафы под стол. Может,
Бьем слизней по дебафам. Все слизней по дебафам. В цель зеленого. Сейчас все сбегаемся. На все забили, бежим в цель зеленого весь рейд. Красный смена. Отошли от красного все. Бьем босса, боссика, бьем босюньку. Маковей, у тебя есть реги на диван? Маковей, ману ягеру, три совы, аршаму ману. Маковей, по моей команде диван на акма кидаешь, на БДК. Забирай. По моей команде кинешь диван, скажу все. Чисты, спейте гимн ману. Маны нет уже. Дружище, кидай диван на БДК Акму. Прекрасно. Лалаша, по моей команде кинешь диван на Джейми. На прото-паладина со звездочкой. Нет. Только по команде. Забирай. Хорошо, забери, босс на мне. Босс он на мне, забери, бога ради. Да он наебывает на собой. На мне, опять на мне. Все, хорошо, хорошо. Могу я ебать. Крайне говорил пись-пись, я тоже пошел пись-пись. Не, ну вы поняли, кто пришел и затащил, да? Сынки, блядь. Да, особенно с первого мы этим, блядь. Ну, матч этот, First Life и Хилика. Тупо. Какие First Life, какая Хилика? О, они стопали дамаг по команде Рела. Ну, так я тоже стопал его. Там Войт, вот желтый ник такой, вот Бутчер, это топ, вот это топ, нормальный такой пацан. 800 тысяч у красного, 460 у зеленого. Нормально. Посмотри урон слизни и все поймешь. А вот на ком. А это уже похуй. А уж 30 минут на профи. 40. Больше. 40 даже. Ну с пула ребра вроде как сейчас 40 прошло. Сладкий пью просто по КД. У меня сейчас осталось 20 минут. Да, час 40 прошло с пола ребра. Час 37, час 38, короче. Да нахуй вам этот лут, блядь. Все равно ДПС не улучшится. Ну, у тебя РЛ, короче. А, Рома у профа остался? Можешь ему там лутера дать. Чё мне лутера дали, чё мне делать надо? Шмот разроли. Сколько? Осколок только дает там. Не вижу осколка. Пояс никто не ролит. Да забирай. Ёб твою мать, нахуя вы ролите? Ханты ролят. Хант, вар и сова. Ребята. Ну. Я бы вам не... Сейчас посмотрю на этого вара. РП в плечи. В принципе, ему... Ну, сколько там? Там РП есть на поясе? И хоста, да? Нет, да, там крит ап. Уменьшает лаги. Поезд только в ПВП идет. Поезд еще лаги уменьшает вниз. Коту, конечно, норм будет, но он же не кот. Я не вижу вара этого, кстати, в ЕПГП. А, вижу, 6,7 ПР. Ну все, вару отдаю, значит. Ёбский, конечно, ход. Паролить не нужны.
меня нет прав ГП начислять, я не начислил ГП, а токен роли. Токен завоевателя, что никому? Стой, стой, я ролю, секунду. Я просто не вижу, там у меня нет аддона. Нет, поправ ГП начислять, не начислил ГП. Да, давай, о, нормал. Поставьте добычу, блядь. Нет, я не лидер, дать лутера. Дайте Дариону лутера, он заберет добычу. Осколок, в смысле, заберет. ГП мне больше, ребята, больше мне ГП ебашим. Мы попробуем поконтролить мобов. Давайте, может, произведем замены, вот там Джериона возьмем. Сектор газа у нас какой-то есть. Дедмин нет. Не, у нас была сейчас проблема, наверное, не из-за того, что 5-7 люди. Это из-за того, что они тугие. Недалекие. Так это прямо пропорционально. Чем одеть и тип, тем он чаще ходил в рейде. Чем чаще ходил, тем больше умеет. Блин, не могу отдать нормально БР сразу встать. Да, очень раздражает. Что, танки тут, видать, не один контролит? Джерри, у тебя есть кто-то? Нет. Есть. У тебя Рената есть. Не, есть кто-то. Там Холипал. О, сейчас зайдет Сетли, ты поменяешь Макрея, у него там лагает. Там же два спека у Рената. У один ПВПшный Ретрик, один Холипал. Он типа тот человек просил не перебивать тот ПВПшный спек, я не перебивал. Какой тот человек? Скажи ему идти нахуй, блядь, там же не хозяин играет. Я не знаю, кто там, правда, играет. Там... Или вроде давай, как там не сведочку, Кьюрс кружок, а я остальное по контролю. Вроде как там не Игорь играет, а какой-то другой тип. И я не знаю, кто это такой, короче. Короче, я тебе своего вара дам, моим варом поиграешь. Так у меня есть тимуренные персы, типа, если надо не ретрик, я могу зайти, там, маг. Так кол. У него вроде нет ретрика. Ну ты же говорю. Если не ретрик. Зачем именно ретрик, он что там, персты могут бить этим? Взрывы. Маковой, ты приходи на лича, ты нормальный парень. Даже Марат передамашь. Заходи кем-то или нет? Я бы тут 6 человек поменял в этом рейде. ЦДК. Тип. Держи релом, поставь на себя лутера еще. Я не хочу быть релом, я хочу отвалиться вообще. Че, офигел что ли? Рель, да, считаешь, там нечего, релить на личат. Релишь тоже, потому что я не умею валить бить. Димон, Марат просит не говорить тебе, что его кто-то передамажил нахуй. А у нас, ты что, своим редриком 16-7 всего лишь, да? Mm-hmm. Ребят, да я пытался по контролю, у меня что-то не вышло. Что нажимать? Alt F4. Как он тебя просил? Я просто сколько раз не спрашивал, типа, ты кто? Он никогда в жизни не отвечал.
А тебе он прям так и написал, не убирай PvP спек. Жерил, я с тобой разговариваю. Чё говори, я просто думал не со мной. Как он тебя попросил не сбрасывать спек? Я как-то зашел, ну типа на... Ну, был вроде аренанта в сети, типа. Ну, понял? И я типа как-то зашел на аренанту там похилить или чё, и типа какой-то тип написал с какого-то твина, не знаю, там 19 уровня, чтобы я типа не сбрасывал PvP-шный ретровский спек. И сказал, окей, какие вопросы, и все. Ну ладно. Раз так быстро согласился. В следующий раз спроси его, кто это. А, ну хорошо, я просто думал, ты говорил, что там играет хозяин, я думал, ну хозяин играет, пусть играется. Блин, ну насколько я знаю, он вообще не заходит. Я писал Игорь, ты, он говорит, нет, не Игорь. Но больше мы никогда не отвечали с топ-1, он вечно молчит. Если что, хозяина зовут Игорь, если скажешь, что это Игорь, тогда не сбрасывай. Да у Деймоса спроси, Деймос в рога играет, он же откуда-то знает такого. Уже Деймос знает спек. Но... Так чё, мне там заходить кем-то или нет? Пока нет. Смотрите, шкаф. Маковей, а чё ты бафал? Точнее, что бафал Маковей? Кто-то помнит? Холодец, что ты бафаешь? Маковей каски бафает. Сэдли, каску тогда баф. Мурат, кулаки, седли, каски. Ага, блин, кто там плечи забирал за него? Есть такие люди? Мне, наверное, не остались хоть. Ну, Джейми, у нас вообще-то люди из Казахстана есть, Дэйди. Что, я что, оскорбляю Казахстан? Я их вообще второй по высшести нации считаю после негров. Набирайте, рейд. Запустили босса, ребят, запустили босса. Да, я и запустил. Пожми сакру на первом лифе. Давайте рост, спло. Просто негры, они же вообще охуенно. Кайфу. Я манал в угло. Да, разбегайтесь, Викари, дистанцию набрали. Вихрь разбежались. Жмай хп, окей, лисета, не бейте сферки. Что? Хп, окей, лисета, не бейте сферки. Чё, говоришь, черные шары подбить надо? Зуб тебе подбить надо. Элисандра, ты сорвешь, милая. Быстро.
Во, блин, маны нету, кстати. Ставь тотем. Пойдем. А давайте в третий Warcraft катнем через Хамачи сейчас 2 на 2. А и сейчас после рейда. Мувик сниму. Не надо. Вихрь, набрали дистанцию, сакру. Нажал сакру. Кинетика падает, не подбили. Перегим на хп присты. Еще одна кинетика. Нормально, минус. О, вайп на совете, давненько такого не было. Да нет. Че? Поднимать? Конечно, хочется ГП всем кинуть. Давайте раньше набрали, подбивайте кинетику. Я понял, надо проговаривать каждую секунду, наверное. Я нихуя не понял, что ты написал. Я не понял первое предложение, когда ты закончил свою шутку, я еще сильнее не понял. Не на лице написано. Написано на лице или что? Написано, да. Тупой, цитирую, как понять, что девушка любит золотой дождь любая тёлка? Ну, мне на лице написано. Это игра. На лице написано, что почему любая... Подожди, как понять, что девушка, слова, любая тёлка? Это, блядь, что за конструкция предложения? Как, еще раз читаю, ребят, скажите, если это только меня смущает, я извинюсь перед ним. Как понять, запятая, что девушка любит золотой дождь, запятая, любая тёлка? Любая тёлка, наверное. Рома, ты тупейший просто. Ну как понять, как любая тёлка, то есть она, как по ней понять, что она любит золотой дождь? Ну как ты это... Я вам про девушку тогда написал. Ну, блядь, тёлка не девушка, это не одно и то же. Сука. Он подумал, что такое и написал тебе после запятой уточнения. Что да. Тавтологию еще раз написал. Почему нельзя было просто написать? Как недооценил понять, он твой IQ, что вот любая тёлка... Ну тихо. Вот сразу понял. Как Рома понять, тупой, что любая тёлка любит золотой дождь? Почему вот так нельзя было написать? Ну как сука, понять? Как нахуй понять? Джерри, он у нас есть слот, заходи кем-то. First Life, у тебя есть демон? Блин, можете не худеть, вы смущаете людей некоторых. Ты без себя? Общайтесь о чем-то другом. Олега засмущали, у него на лице написано. Не меня, мне все равно. Это здесь люди. Что там за лут падает? Я за какой-то шмоткой шел на паладин. Ну, не на паладин, а так просто. Олег, что, первый по ДПС у второго босса подряд, совпадение? Не думаю. Это какая-то передача, да? Это совсем другая история.
Это другой какой-то тип. Не помню, как его. У нас нету демона, Олежек. Да нахуй нам демон. Мы можем взять прото паладина. И я зайду демона. Не изобретай велосипед. Седвик из протопал. О, у нас уже есть протопал. Мы можем взять Джерри на любимом ДД. Да Шумахер же вроде выздоровел. Какой? Олег, мы можем спекнуть Седли в прото-паладина. Я зайду демоном. А Джерриона взять кем-то еще. Можно. Больше беспокоит то, что люди ливают с рейда. Я не расстраиваюсь, когда ливают люди 6 КДП. Ты расстраиваешься? Ну, он уже написал вроде как, Весимаха идти надо. Не, я просто не понимаю этих людей. Про Весимаха или про кого-то еще? Для Холи Креста, который выходит. Так он, ну... Холи Прист, Альянс, играет в топовой гильдии. Видит, что какие-то хуесосы не могут убить профа и офается. Я когда за Альянс играю, я тоже так всегда делаю. Дайте фулл баф, там кулак, каску, короче, ну все дела там, блядь. Там прото уже слетает, кулаки. Ой, блядь. Жень, заходишь на обеду? Надо дать ему. Что? Ты как будто в душе моешься и со мной разговариваешь. Надо ДД заходить? Нет. Я слышу, что у Олега душ работает, или только я? Да это у него аквариум, если я не ошибаюсь. Бульбуля, да? Есть ДД? Заходи на ДД, если ты есть ДД. Или фонтанчик, блядь. Это котлеты жарятся, если чё. Да, подскажу вам. Пошли без демона. Сука, зачем ты это сказал? Лол. Бля, в натуре жрать захотелось.